Сегодня я приехала на крупный рынок в Москве. Таких крупных рынков в Москве осталось немного. И вот на одном из них сегодня я. И буду делать ритуалы. Ведь на рынках отлично сделать скиды неприятностей, безденежья, размолвок, ссор, недопониманий. Рыночные духи это все отлично сжирают. А также на рынке отлично открывать пути, путь к финансам. Можно сделать на открытие бизнеса. Это замечательное место для проведения подобных ритуалов. И сегодня я буду проводить серию ритуалов. И я с собой кое-что прихватила. И сейчас я вам покажу. Вот это все будет использовано сегодня в ритуалах, которые я буду проводить на этом московском рынке. Люди спешат по своим делам, а я иду по своим.